На футбольном поле спортивного комплекса имени Гамида Гамидова прошел турнир по мини-футболу среди служащих администрации муниципального образования город Хасавюрт в честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Ежегодно в преддверии знаменательной даты подобного рода мероприятия с участием представителей муниципалитета проводятся на систематическом уровне. Разрешите меня от имени руководства города, от имени городского собрания депутатов поздравить всех с замечательным праздником, пожелать вам доброго здоровья, счастья, взаимопонимания, хороших результатов работы и спортивных успехов. Организаторами являются отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Хасавюрт. Участие в соревновании приняли команды отдела управления и ведомств. Активное участие также приняли и заместители главы администрации, физическая подготовка которых была на высшем уровне, что является примером для молодежи и подрастающего поколения. По словам присутствующих, соревнования подобного рода необходимы для города, поскольку пропагандируют здоровый образ жизни. Пресс-секретарь администрации муниципального образования город Хасавюрт Нажиулла Абдулаев принял активное участие в игре по мини-футболу. Также поздравил всех участников с наступающим праздником и отметил, что подобные мероприятия важны для общего развития физических способностей, а также они служат как пример для укрепления межнациональных и межрелигиозных отношений. Победители были награждены дипломами и ценными призами. Ко дню государственного флага России администрации города организовано, значит, ну, такое ведомственное первенство между отделами и управлениями, которое, значит, направлено на то, чтобы популяризировать такие вот дворовые виды спорта и как-то сплотить и вот проводить вот такие вот соревнования между собой, что, в принципе, может быть расценено как призыв к примеру между дворами, улицами и всеми остальными организациями, коллективами и вообще жителями города. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».